Здорово, Тёня. Мы в Рига, сегодня у нас концерт. Один вообще. Спасибо, Пётр. Анька, скажи привет камеру. Ай! Мне выставили Лугало. Вау. А это волшебная палочка. Вау, на самом деле, да, вау. Это кто такой щедрый? Это... Молодец, Славик. Все скажите привет с камеры. Да, да, я тоже. Все, начинаю с конца. Тик-тик. Ту-ту. Вау. Слушай, маленькая бочка какая-то. Жалко. Бля, здесь, наверное, ничего не слышно. Ладно, надо зачекать, что там. Эй, Макс, скажи привет в камеру. А? Скажи привет. А, привет всем. Я вас всех люблю. Очень. Ну, не как свою женщину. Ну чё, как идёт? Нормально? Нормально. Мне осталось только разобраться с системой стол, которая нихера не крутится, и, блядь, я не понимаю, что здесь надо вообще сделать, чтобы этот стол открыть. Вот так вот. Не, прикольно. Слушай, это самое, чё... Как еще барабан? Нормально? Что? Нормально вообще все? Да, в принципе, нормально. Там болталась одна фигня, она, в принципе, больше не болтается. Это вообще редкость, если что-то не болтается, так что нам повезло. Так, подожди. Здравствуйте, дамы и господа. Что? Что? Починили? Починили? Да, скажи тогда, что мы не принесем стол. Все нормально. Ну, все, почти точно, да? Потому что, блядь. А, ну заебись, все, ну починили стул. Ну ты, блядь, он спросил у него, что типа, он спросил. На нем можно сидеть, все, да, хорошо. Ну я, он не спросил. Ну бля, ну починили, то есть можно отрегулировать, все, пошли. Точно, все. Да, ладно. Дамы и господа, мы находились на пробивании стула для барабанов одного. Но там был один плохой, да, второй занятый. И не наш. Сколько вот. Раз сюда ходил, никогда такого не было. Да, да, всегда было все хорошо на студии. Мы продолжаем свой трип и идем на концерт в Рок-н-Риге пешком.